Сегодня в городе-герой Севастополе стартовала парусная регата «Дружба-2017». Прославленный яхт-клуб Черноморского флота России, в котором выросли практически все олимпийские чемпионы Советского Союза, принял в своих стенах более 160 яхтсменов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Таганрога, Саратова, Новосибирска, Новороссийска, Сочи, Севастополя и Керчи. Будут короткие, очень спортивные, насыщенные гонки на рейде Севастополя. Будут гонки до балаклавы, крейсерские вполне себе по своим параметрам. В балаклаве будет у нас гонка до Ласпи, там с огибанием знака в Ласпи. И будут еще короткие гонки в Казачьей бухте, возвращение сюда. Одна из особенностей регаты в том, что на яхтах собраны совместные экипажи из разных уголков нашей страны. У нас сборный экипаж Санкт-Петербург, Москва, Севастополь. Настроены решительно, очень большие соперники против нас. Будем стараться выиграть. Гонки проходят в классах парусных яхт Open 800, четвертоник, SB20 и J70. При этом класс Open 800 впервые приехал в Крым, и соревнование сразу имеет статус первого этапа Кубка России. Ну, амбиции, конечно же, выиграть. Готовились мы, конечно, не так тщательно, как хотелось бы. Связано это с тем, что в этом году очень много регат в Севастополе. И начались они очень рано. Таким образом, у нас просто не оставалось времени на подготовку лодки. Но все же мы успели, мы улучшились, у нас должно быть больше скорости. Мы выиграем. Сегодня короткие гонки проходили на внутреннем рейде Севастополя. Утром ветерок от 5 узлов к полудню раздуло до стабильных 8-12. Отличная погода с температурой воздуха выше 25 градусов позволила провести по 3 гонки в каждом классе. Спортсмены поделены на 4 группы, и по итогам регаты будут определены победители в каждой из групп, а также абсолютный победитель регаты «Дружба-2017». После первого дня в классе Open 800 лидерство захватила Омега Дмитрия Жайворонка. У четвертонников лидирует яхта Колумб Антона Тимакова. В СБ-20 Владислав Ивановский и экипаж яхты под номером 92 сегодня были лучшими. А в классе J70 Ориона Александра Чичерова не оставили шансов своим конкурентам. Завтра гонки продолжатся в акватории Севастополя. А послезавтра спортсмены отправятся в маршрутную гонку. Общая дистанция регаты превысит 100 морских миль. Соревнование продлится до 6 мая.